Любовь к быстрой езде – явление интернациональное, а не только русское, как утверждал когда-то один классик. Прокатиться с ветерком хотят все – и русские, и англичане, и американцы, и даже чукчи на оленях. А как иначе объяснить такой большой поток игрушек на тему «обгони всех и доберись до финиша первым»? Вы уже поняли, речь идет о гоночных симуляторах. Французская компания Yubi выпустила новую игру с озвученным названием «Pod». В игре 16 трасс, каждая из которых имеет большую кучу препятствий и неожиданных продолжений. Например, дорога вдруг обрывается и дальше идет перпендикулярным курсом. Многие трамплины, рампы и прочие загогулины, торчащие по трассам, не случайны. И если ваша скорость невысока, то после трамплина она будет еще меньше. Так что в этой игре принцип «тише едешь, дальше будешь» не работает. На этом